погрелись чуть-чуть. Я погрелся. Жарко. Рад вас видеть. И мы. Я реально рад. Понимаете, это не просто вот так, знаете, как вступление, рад видеть. Реально рад видеть. Потому что я верю в то, что Иисус однажды сказал, что никто не придет ко мне, если Отец его не приведет ко мне. И ну, для меня это всегда вот, если человек приходит однажды на собрание, не однажды, ну, туда, где проповедует Слово Божие, да, где есть присутствие Божие, где есть христиане, да, это не просто так. Это потому что Бог тебя приводит к ним. И на это нужно обратить внимание. Сегодня мы начали так побыстрее. Я сегодня открою и закрою. Причем не будем делать перерыв. Хотя посмотрим, как пойдет. Может, кофе попьем в перерыве. Просто на самом деле много есть что сказать. И хочется сказать. И готовился вчера. Хотя был готов. И допустил ошибку, начал готовиться. И меня Бог просто взял. И вот я это почувствовал, как будто в океан свой взял и окунул так вот лицом, и так подержал там немножко. Никто из вас в океане не купался? Не знаете, что такое? Ну, кто-то ездил, кто-то не ездил. Я раньше не был на море, но когда приехал, первый раз на хорошее море, ну, реально хорошее, потому что первый раз приехал не на очень хорошее. В том плане, что ну, мало там было что смотреть в этом море. Море и море. Вода соленая, ты туда ныряешь с маской и почти ничего там нету. Камни, как обычно, ну, какие-то рыбки вдалеке. Но когда приехал на хорошее море, нырнул, и глаза вот такие стали просто. И меня несколько часов невозможно было оттуда вытащить. И ты вот снаружи смотришь на море, да, на океан. Ветерок дует, волны, все. Ты кроме воды, ветра и волн ничего не видишь. И тебе кажется, вот это все, что есть на самом деле. Но ты туда ныряешь, там, во-первых, тишина. Вот тут у тебя там ветер дует, волны, ты слышишь, люди разговаривают, там шум какой-то такой. Ты туда, ну знаете, как под водой, да, там. И другой мир просто. И он живет там, и для этого мира не важно, что здесь вот волны там, здесь ветер. Этот мир живет по своим законам. Эти желтые, красные, зеленые рыбки, там еще что-то, ну, кто в Египте был, знает. Поэтому не буду отвлекаться. И ну, реально есть, да, есть тот мир, который мы не видим. И вот вчера вечером я был погружен вот в это. Ну, что значит погружен, да? Меня Бог не взял, никуда не вознес, ни на какое небо, я не видел никаких видений. Я просто писал, и я писал. И все время писал, 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 потом вставал, ходил, потом опять садился, писал. И потом звонил жене, рассказывал, говорю, я просто в шоке. И потом опять писал, и потом дышал. И знаете, чем закончилось? Я говорю, Бог, хватит. Я не могу больше, хватит. Ну, правда, я вот вам... Вы же видите, что я искренне, правильно? Что я рассказываю то, что я вчера пережил вам просто. И я никогда так не думал, что я когда-то вот так смогу сказать, знаете. Но мне правда, я просто испугался, потому что, ну, хватит просто, не вмещается. И я думаю, если в меня сейчас не вмещается, что с вами завтра будет здесь? И поэтому быстро поедем. Я действительно хочу сегодня очень важные вещи такие сказать. Я вам немножко даже могу прорекламировать, что будет в конце. Я хочу, чтобы мне Бог открыл вчера, и я понял, в чем заключен смысл жизни человека. И я уверен, что вы сегодня это поймете. И вы почувствуете, каждый из вас. Потому что он на самом деле очень простой. Но это реально смысл. И это действительно смысл жизни, который мы можем найти через Библию. Это ответ на вопросы. И это не просто ответ, а это ответ, который нас
должен вдохновить и вести. И может быть, вы про него забудете даже, когда уйдете потом, да? И может быть, вам нужно будет потом прийти еще раз к этому, да, и понять это. Но то, что вы это поймете, я уверен. И то, что Бог мне тоже показал, это совершенно я увидел, что такое грех. Что такое грех вообще, и смысл, и суть греха. И я совершенно по-другому это увидел все. Поэтому вот это то, что будет в конце, поэтому ждите. Небольшой анонс. Для начала, чтобы начать нам, чтобы мы погрузились и пошли как бы в учение, тест небольшой, мой любимый тест. Готовы? Нет, тест? Кто-нибудь знает 10 заповедей? Какие заповеди вы знаете? Ну, кто-нибудь, быстренько, ну так вот, не думай. Я Господь Бог, единый. Ну что, никто не скажет? Один Бог, не поклоняйся другим богам. Нет. Нет так. А, ну. Первое заповедь. А с детьми это лучше. Ну, я больше не слышу ни одной. Вот кто-то там один человек. Ну кто знает? Первое. Не обманывай, не убей. Возлюби Бога своего нет. Мы говорим про 10 заповедей, вот которые Моисей. Там нет возлюби Бога. Убивай. Бог един, первая заповедь. Вторая. Громче. Не убивай. Не убивай. Да. Не убивай, как? Не броди. Дальше. Не уже свидетель. Родители слушали. Хорошо, хорошо, все. Тест закончен. Это реально тест. Обычно тест проходит так. Ну тут нашелся мудрый человек. Соблюдай перед собой. Один. О, аллилуйя. Он просто знал, о чем мы сегодня будем говорить. То есть мы не знаешь? Нет. Никто не назвал даже эту заповедь. Но обычно что происходит? Почему я говорю тест? Я и так вот решил просто с вами тоже в это поиграть немножко. Потому что это всегда происходит примерно одинаково. Если ты спрашиваешь людей, и люди так заряжены, первое, что приходит на ум людям, не убей, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй и так далее. То есть для нас, вот наше представление о 10 заповедях, о заповедях вообще, да, о том, что Бог заповедовал, оно всегда почему-то ассоциируется с тем, что не надо делать. Понимаете или нет? Понимаете? Поэтому тест он в этом заключается. Ну, тут нашелся 1-2 человека, вот люди учат, сказали с детьми. И дело даже не в том, что вы правильно вы отметили или неправильно. На самом деле мы просто вот так это воспринимаем. И этот тест именно для того, что вот мы люди, и мы воспринимаем больше все, что как бы с Богом связано духовно, именно вот с тем, что нельзя. Тем, что нельзя делать. И больше даже я вам скажу, что эти заповеди, которые вот мы перечислили, да, не прелюбодействуй, не кради, не убивай, не лжесвидетельствуй, это человеческие заповеди. Это заповеди, относящиеся к людям и к отношению между людьми. И поэтому, если мы так посмотрим, что христианство, оно связано только с отношением между людьми, а где же отношения с Богом? И вот часто, вот понимаете, тут просто огромная пропасть существует. Что, вы знаете, что говорит первая заповедь? Вот просто Бог начинает давать заповеди, что она говорит? Бог один. Нет. Она говорит, я Господь, Бог твой. И дальше он говорит, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Но начинается она именно с того, что просто я есть, я существую, я реальный, я живой, я Бог. И Бог, он личность, и он говорит и заявляет просто я есть. И все, это заповедь, и это самое главное, самое основное, с чего вообще человек должен начинать, по большому счету. Но, как всегда, и как обычно бывает, мы все равно с этого не начинаем. Мы обычно начинаем с конца, да? Того, что считаем, что якобы вот это важно. Поэтому это тоже принцип определенный. Вы понимаете, что если даны были эти заповеди, и там не написано, какая из них важнее, не важнее и так далее. Но порядок дачи, как бы, да, как Бог дал эти заповеди, он есть. Вы знаете, что порядок, что зачем идет, он важен точно так же, как и то, что написано. Именно вот, именно порядок, то, зачем, что зачем идет. Вы знаете, как вот люди созданы, как молекула ДНК, что такое, да? Это как бы вот информация, цепочка информации. Так вот, там имеет огромное значение, что идет после чего. И она состоит, если ты просто меняешь местами какие-то вещи, то совершенно другое получается, знаете? И получается просто переставишь
И нос такой, как у свиньи, да? Или уши такие, да, просто. Прижимать надо, приклеивать. Поэтому все хотят, чтобы его молекула ДНК, она правильная была, правильно? И мы это хотим. Поэтому Бог, это Бог порядка. И это то, что я хочу сегодня сказать в первую очередь. Сегодня то, для чего я сделал этот тест, первая как бы мысль, первый посыл, для того, чтобы мы вообще ну, поняли, что это очень важно. Что, зачем идет. Поэтому мы не можем вообще исполнить эти 5 заповедей, не убивая, не кради, не прелюбодействуя, не исполнив тех, которые сверху идут. Понимаете? Что и порядок их не, он не просто так нужен. Понятно, что не исполнив одну, ты, грубо говоря, не исполнишь все. Но именно вот процесс исполнения, то есть и мы... Но нас всегда заботит вот... Как мы перед людьми, да? Как мы перед самим собой. Не кради, не прелюбодействуй, не убивай. И вот вся наша борьба часто на этой земле, весь наш смысл христианский, он просто упирается вот в такое самоусовершенствование, такое в борьбу. И я называю это борьба плотью, плоти по плоти. Понимаете? То есть чисто человеческими нашими представлениями и усилиями. Поэтому то, что Бог дал, это первое вообще... С чего мы должны начать? То, что Бог есть вообще. Просто Бог есть. И это то, с чего нужно просто начать. И это нужно вот, ну, просто как на зубок. Понимаете? И это должно быть просто... Ну, сначала это для тебя становится вестью, да? Сначала ты об этом слышишь. Потом, может быть, для тебя это становится законом. Потом это становится откровением. И в конечном итоге это должно стать благословением. Понимаете? Это информация, это понимание, этот принцип. Что Бог есть, что Бог нас не одних, что все начинается с Него. Аминь. Все им, от Него и к Нему. И мы это должны понять, что Бог, Он именно такой. И вот та заповедь, о которой сегодня хочу говорить, я не хотел вот эти все заповеди, потому что это как бы отдельная тема. Я вам просто показал важность порядка, да. Есть одна заповедь, про которую вот как раз сказал Сергей, и про которую из вас как бы никто не вспомнил. Это заповедь о субботе. Знаете вы, да, что она есть? И вы представляете, какую дает Бог заповедь? Бог дает заповедь о выходном дне. О выходном дне. Что этот день должен, выходной день должен быть у человека. Представляете, насколько важна эта заповедь, если она стоит. Вот эта заповедь находится между заповедями божественными и между заповедями человеческими. То есть, вот после нее уже идет, почитай отца и мать свою, и не убивай, не кради, не ж... то есть, все, что относится к людям. И первые там три заповеди, это то, что касается нас и Бога. И вот эта заповедь именно, да, день субботний, она является, вот, ну, я так хочу назвать, что это является как переходное звено из божественного в человеческое, или из человеческого. Божественное. Это заповедь, та, которая связывает нас с Богом, грубо говоря, да? Мы можем пока такую формулировку дать, пока вот мы дальше не прошли и не поняли. То есть это такая переходная заповедь. И вы представляете просто вот, насколько Бог видит. И то, что я хочу сказать, что это, ну, это заповедь. Но то, что я хочу сегодня говорить, что... Заповедь это именно дана как определенный принцип. Понимаете, как помните, мы говорили, что такое принцип? Принцип действия. Что-то, что очень важное, что должно работать, приносить пользу, что должно именно функционировать. Соответственно, Бог хочет нам через это что-то показать. Вот важность ее вы сейчас увидите просто вот такими доказательствами. Давайте откроем Второзаконие. 5 глава. С 12 стиха. Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой.
Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкую, мышцу высокую, потому что повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. Ничего не замечаете такого необычного? Замечаем. Знаете, что? Замечаем. Никто не должен работать. Все необычно, да? Вот вы посмотрите, если вы посмотрите, сколько Бог говорит про заповеди, сколько Он слов уделяет для первой заповеди, для второй, для третьей. И сколько он уделяет места, у нас 4 стиха. 4 стиха это, вот столько. Мы прочитали сколько. Это было на камнях высечено первый раз, да? Когда Бог это давал. Это говорится о том, что Бог не просто, просто сказал, соблюдай день субботний, да? Он даже вот описал и настолько подробно это описал, как это надо делать, да, что нужно делать, что и что не нужно как бы делать, да, и это все прописал. Понимаете, 4 стиха. Насколько важный этот принцип именно перед Богом. Я пытаюсь сейчас пока подчеркнуть важность. Важность именно особенности этого дня, особенность этой заповеди, да. Потому что если вы посмотрите, сколько... Вот 17, 18, 19 стих, да? 17. Не убивай. Закончилась заповедь. Не кради. Закончилась. Он не написал, не кради, но если ты вдруг не сможешь или еще что-то, да? Поэтому это какая-то очень важная заповедь. Какой-то очень важный смысл. Какой-то очень важный принцип, который Бог пытается нам сказать. Правильно или нет? Хотя вроде, да, если мы почитаем, все просто. Правильно? Суббота, все нормально. Мы знаем, что такое суббота. Мы и так по субботам отдыхаем, правильно? Или по воскресеньям. Но вы знаете, что на самом деле этим-то и доказывается, что мы сейчас живем в век Христа, в век после между первым и вторым пришествием Христа. И мы уже все-таки живем в христианском мире. В христианском мире, в котором уже христианство отвоевало много принципов. И заложило, и мы имеем это благословение на самом деле, минимум по плоти иметь выходной. Аминь. Вы знаете, что до этого так не было. Поэтому здесь и написано, что «и помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкую». Вот когда они были рабами в земле египетской, у них не было выходных. И они там просто вот работа, умер. Понимаете? Все, не было выходных. Но Бог дает нам, и Бог дает вот это вспомнить, да, что вы были рабами на самом деле, вы были работали, и у вас не было этой возможности. Сейчас он говорит, я вам даю. И в этой заповеди тоже очень интересно, но в ней есть такие вот, знаете, обочины, когда этот принцип не работает. Я сейчас хочу вам просто поговорить и поразмышлять именно о том, что насколько это важный принцип и как его практиковать. И что это такое, почему это так вот, действительно важно для Бога. И вы знаете, что тут не написано, что только суббота, 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 и завтра опять суббота, и послезавтра суббота. Но здесь в этой заповеди написано, что 6 дней работы. Это тоже написано в этой заповеди. 6 дней работы. То есть, в принципе, большее время нашей жизни, да, это работа, это концентрация, это как бы усилие, да, это, вы сами знаете, что такое работа, вот. Но обязательно, он говорит, обязательно имей
седьмой день. Имей седьмой день. И это настолько важно, иметь этот седьмой день, что Бог просто дал это вот в 10 заповедей, которыми Он просто попытался направить людей, да, куда-то, да, объяснить, как люди должны жить и какой вообще смысл жизни человеческой. Так. Знаете историю про Марию и Марфу? Mm-hmm. Помните, как там было? Иисус пришел в дом к Марии и Марфе, там Лазарь, да, по-моему, их не брат был, со своими учениками, и там произошла такая ситуация, что Иисус проповедовал, рассказывал, и было две сестры. И одна, она служила, готовила на столы, ходила, там что-то убиралась, подметала, еду подносила, тарелки выносила, наверное, и так далее. Она служила. И это хорошо. Правильно или нет? Но написано, что была другая сестра, которая сидела у ног Иисуса и просто слушала. Просто вот сидела и слушала. И что произошло, помните, нет? Мария ходила, 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 носила, носила, и вдруг подходит к Иисусу и говорит... Марфа, да. И вдруг она подходит к Иисусу и говорит: Иисус, ну скажи ты моей сестре, ну что она сидит? Ну что, ну пусть поможет мне, ну это же неправильно, я вот хожу, работаю здесь, ношу, ну скажи ей. И он ей, Марии, ничего не сказал. Он говорит: Марфа, Марфа, ты заботишься и печешься о многом, а важно только одно. Мария избрала благую часть, и это у нее не отнимется. Аминь. Вот такие очень важные слова были сказаны, понимаете? И о чем это? Тут на самом деле Иисус прям по-русски, ну, у нас по-русски, там не по-русски, но очень четко сказал. Важно только одно. Понимаете? Для Марфы было важно... И да, и нужно было служить, нужно было носить, она... И для меня это как вот, как мы, как люди, да? Что мы выбираем вообще в своей жизни? Что мы выбираем? Что мы видим важное в нашей жизни, да? Да, дела важны, работа важна, и без нее никуда. И вот эта работа к чему приводит? К тому, что на самом деле не умеем отдыхать. Не умеем принимать, не умеем находиться именно в том месте, где нужно и важно находиться. И все. И Иисус сказал ей: важно только одно. Только одно. Что важно только одно? Можете сами ответить на этот вопрос. Я просто... Иногда поражаюсь, как христиане оставляют это важное в своей жизни, не обращают на это важное в своей жизни. Христиане, я сейчас не говорю про нехристиан, потому что, ну, нехристиане, понятно, они еще, может быть, не научены. Но на самом деле есть такая проблема, что даже христиане, они не могут понять, что важное, а что срочное. Вы знаете, есть как бы два принципа таких, да? Есть важные дела, есть срочные дела. И вот срочные дела, они есть... всегда. И они не кончатся никогда. И срочные дела, они всегда будут перевешивать в нашей жизни. Это то же самое, что вот 6 дней. Но есть одно важное дело. Одно важное дело. Это суббота. Это пребывать в присутствии Бога. И пребывать именно, понимаете, и это на самом деле отдых. Понимаете? То есть она сидела и все. И слушала. Сидела и слушала. И действительно, ну, ее было, наверное, за что как бы осудить. И вы знаете, часто бывает так, что в одном человеке может жить и Марфа, и Мария. Или может быть больше Марфы. И вот эта Марфа в виде твоей какой-то совести неправильной, она тебе все время куда-то зовет, все время какие-то заботы, все время какое-то срочное, все время что-то находится. Понимаете? Я просто знаю, почему я вообще эту тему начал говорить, я просто знаю, что... И как бы я увидел это, почувствовал, после того, как мы вот начали то, что мы делаем, да, мы начали собираться, мы начали приглашать людей, и я увидел, насколько сильная борьба идет
просто за то, чтобы человек слушал Слово Божие. Насколько это действительно сильная борьба, сильная война, и насколько вот есть все время что-то, что пытается человека из этого состояния вытащить. Украсть у человека субботу, украсть у человека благословение. Вы знаете, что Бог он творил 6 дней, и мы это потом прочитаем. Бог творил 6 дней, в один день Он там одно создал, другой день другое, третий, на 6-й день Он сотворил человека. Человек есть венец творения Божьего. Венец творения, да? Совершенство. Бог пришел к этому, да? И сотворил человека. И написано, и Бог не остался в 6-м дне. Бог пошел в 7-й. И знаете, что Он там делал? Отдыхал. Просто отдыхал. Мы иногда думаем, что отдыхать, вот тот век, который у нас сейчас нам иногда диктует, отдыхать как будто бы это что-то вот, лучше работать. Лучше работать, понимаете? Лучше пойду еще 500 рублей лишние заработаю сегодня. Что-нибудь присверлю, прибью там, или пойду порулю там, или еще что-то. Я не говорю сейчас конкретно про каких-то людей, которые здесь, я говорю про принцип. Понимаете, на самом деле не проблема иногда, если нам что-то нужно или так ситуация складывается. Важно, что ты ставишь срочное и что ты ставишь важное. Понимаете? Насколько для тебя важно? Насколько для тебя важно прийти туда, быть там, быть в том, да, что действительно Бог благословил. Вы понимаете, что Бог, написано, благословил 7-й день. Вот Он 6 дней творил, а благословил 7-й. Понимаете? Бог благословил, когда творил. Бог благословил творение. Он создал зверей и сказал, это хорошо. И написано, и благословил Бог. Все, что именно вот, да, он не живое не благословил. Потом создал человека, увидел, что это весьма хорошо, и благословил человека. Потом пришел в 7-й день и сказал, как хорошо. И благословил 7-й день. Понимаете? И вот это принцип Бога, и это принцип божественного, принцип 7-го дня. Это то, о чем я сегодня хочу проповедовать. Это то, что на самом деле часто бывает украдено у человека. Понимаете? Просто украдено, просто забрано. Просто человек, получается, живет как раб, живет в 6 днях. Понимаете? 6. Потому что число человека это 6. Я сейчас не о нумерологии хочу говорить. Я хочу говорить о принципах. И вот этот принцип, и вот представляете просто, если нет 7-го дня, нет отдыха, что получается? 6. Понимаете? И нет отдыха. И мы видим, что все творение, оно так создано. Бог все создал, чтобы все имело отдых. Знаете, что даже земля нуждается в отдыхе? Есть заповеди в Библии, когда Бог учит, как возделывать землю, как засевать поля и так далее. Он говорит, 6 лет засеивай поля каждый год. Но дай 7-й день земле отдохнуть. Дай 7-й день земле отдохнуть. Она отдохнет, она наберется сил, и она опять будет плодоносить. Потому что если ты не дашь ей отдохнуть, земля умрет. Понимаете, земля не будет для тебя благословением. Мы так устроены на самом деле. Весь наш человеческий организм тоже так же устроен. Нам необходимо отдыхать. Мы когда отдыхаем, мы приходим в себя, мы приходим в силы. Я даже это знаю, так как мне приходится работать по стройке, и я это практиковал, я это видел. Иногда есть какие-то объекты, которые, может быть, нужно или хочется быстрее сделать. Но я понимаю, что и я уже давно для себя это взял за принцип, что люди должны отдыхать. Даже узбеки. Понимаете? Даже узбеки должны отдыхать. Хоть они и не христиане. Знаете, просто потому, что если они не отдохнут, они потом вот в следующую неделю сделают меньше по объему. Они вроде будут работать, но они будут вот вялые, им будет неинтересно. Понимаете? И вот один день он может творить просто чудеса. И на самом деле это очень важный принцип. Это очень важный принцип. Я просто вот, я как бы так переживаю за то, что мы не можем его понять и не можем его полностью практиковать на самом деле. Я вижу, как люди действительно вот бьются об одно и то же.
Представляете, как это вот, ну, оно действует, как оно работает. Вот там человек пытается работать, заработать. И, ну, грубо говоря, ему Бог говорит, ну, отдохни ты уже. Сделай правильно, отдохни. Нет, я должен работать, чтобы больше заработать, потому что мне надо это. Бог говорит, я тебе дам. Не надо, я сам заработаю. Вот другими словами, когда мы отказываемся от этого дня, мы выбираем такой путь, такое решение, что мы, как бы, ну, не надо нам. Не надо нам, чтобы Бог о нас заботился. И поэтому он говорит, и поэтому, почему я сказал, что этот день соединяет нас с Богом. Именно этот день, именно, мы сейчас уже, я не хочу говорить именно суббота, да? Это может быть среда, четверг, или больше того, это просто время, которое у тебя есть для того, чтобы отдыхать, для того, чтобы восстанавливаться, для того, чтобы искать Бога, для того, чтобы размышлять о Боге, да, для того, чтобы просто что-то тебя должно связывать. Я вот на своем просто примере, на своей практике могу вам просто рассказать то, что я вот как ушел из центра, я здесь уже 10 лет. И были разные периоды как бы в моей жизни. И я пошел после центра сразу в маленькую церковь. И такая маленькая, бабушки. Знаете, вот по большому счету, я так иногда себя спрашивал, что ходишь, что не ходишь. Ну вот какая разница? Ну какой вот смысл? И я прям даже иногда себе задавал такой вопрос. Зачем идти? Сейчас вижу. Сейчас вижу, что... Сначала для меня это было, ну, я понимал внутренне, я принял это как закон в свою жизнь, как правило, что не оставляй собрания своего. Имей дисциплину в этом. Это очень важно. И как бы, но видеть, когда вот я это по чуть-чуть это исполняю, вот я сам, вот представляете, просыпаешься ты с утра в воскресенье и вспоминаешь, в церковь надо ехать. И ты так уже это все прокрутил, как собрание прошло, какое, как бы, что уже пастор что сказал и так далее. Вот похоже, что уже побывал на этом собрании. Ты вот, ну, но потом ты как бы находишь в себе силы и понимаешь, не-не-не, спокойно, я туда иду не потому, что пастор, не потому, что там мало или много, или еще что-то. Я туда иду, потому что есть принцип, который я хочу, чтобы в моей жизни работал. Понимаете? И я так ходил, и я сейчас заметил, как этот принцип в моей жизни перерос в огромное благословение для моей жизни. Просто в огромное. Сначала это началось как закон, и наши отношения с Богом так и начинаются. Как закон, как правило, как что-то такое, что приходит в твою жизнь, и вроде как тебя заставляют как будто что-то делать. Потом я увидел, как это переросло в откровение. Понимаете, откровение — это уже то, что ты находишь в этом смысл, понимаете? То есть как бы в законе ты сначала смысла немного находишь, правила и правила, сильно не размышляешь. Но потом это все перешло в откровение, и я уже нашел в этом смысл, я нашел уже для себя смысл, да, что делать мне там, как мне себя вести, и вообще для чего я туда хожу. И как бы, да, я уже туда ходил не для того, чтобы слушать, да, а ходил для того, чтобы из меня... что-то шло. Ходил для того, чтобы служить, ходил для того, чтобы там петь, ходил для того, чтобы делать атмосферу, да, ходил для того, чтобы иметь общение, чтобы люди меня увидели, я людей увидел, просто чтобы нас было побольше. И я видел в этом смысл, находил эти вот такие небольшие откровения, для чего это нужно. И в итоге это просто переросло в огромное благословение в моей жизни. И просто я сейчас, я вот недавно с человеком разговаривал, вчера мы разговаривали с человеком, я говорю, приходи на собрание. А он уже знает, он как бы слышал, ой, завтра не могу. Вот у меня тут, да я говорю, не рассказывай, я все понимаю. Потому что, ну, я это постоянно слышу, потому что всегда есть что-то, особенно когда ты находишься в начале, что будет тебя просто вот каким бы то ни было образом вот от этого... И потому что, ну, потому что в нас еще есть очень много того, что противится свету, понимаете? Что противится свету. Написано, Бог есть свет, да? Но люди предпочли тьму, понимаете, да? Чтобы не открылись ихние дела. И как бы в свете, ну, как бы, да, находиться не всегда как бы хорошо, потому что это заставляет тебя смотреть на себя, смотреть в себя, стоять как бы перед Богом. И это тоже является определенной причиной для того, чтобы... каким бы то ни было образом от этого уйти, и чтобы этого не было в твоей жизни.
И я ему просто говорю, я понимаю, говорю, но просто ты пойми, что, я этому человеку говорю, что ты пойми, что идет война. И на самом деле ты должен за это еще побороться. Просто, ну, для того, чтобы просто ходить на собрание, просто ходить каждую неделю, постоянно, за это нужно еще повоевать. Очень сильно повоевать. И Бога об этом попросить, и самому с этим как бы побороться, разобраться. Хотя это то, что принесет в твою жизнь благословение. Вы понимаете, это то, что есть. Этот принцип приносит благословение в нашу жизнь. Не 6 дней, которые мы работаем, понимаете? Потому что на самом деле Бог благословляет нашу жизнь. Бог дает нам все, и самые основные подарки, они идут от Бога. Понимаете? Не мы их зарабатываем. Все, что мы можем заработать, это 1 динарий в день. Понимаете? Мы физически можем заработать. И я уже это 100 раз на своей жизни это все замечал и практиковал. Поэтому просто я так благодарен Богу, что Он мне дал вот эту победу в моей жизни, и я могу надеяться, что Он меня благословляет. Могу верить в это, могу держаться за это, могу просить Его и могу получать все это. Просто благодаря только одному вот этому принципу. Понимаете, что Бог сказал. Бог благословил 7-й день. Поэтому этот принцип просто принцип благословения для нас. Если мы хотим иметь благословение, мы должны отвоевать этот 7-й день. Отвоевать этот 7-й день у Египта, где их заставляли делать эти кирпичи, а потом, когда они делали кирпичи и захотели уйти из Египта, потому что пришел Моисей, им сказали, а теперь будете делать столько же кирпичей, но солому будете сами собирать. Понимаете? И как бы, понимаете, жизненная ситуация, она всегда, как бы, да, если человек пытается вырваться из Египта, пытается вырваться из суеты, из того, что не Божье, перейти туда, где Бог, будет давление, будут проблемы, будут вот это вот, ты будешь ощущать эту борьбу. И я просто вам хочу сказать и сегодня засвидетельствовать, что она однажды кончается, эта борьба. То есть, ну, не всегда это будет, это давление. Настанет, я вам просто говорю, что вот я здесь, и я отвоевал этот день. И я сказал этому человеку, я говорю, я понимаю, что, ну, почему ты не придешь. Просто потому, что ты не можешь даже прийти. Это не в твоей власти прийти. Тебе еще надо за это побороться. Я говорю, а ты попробуй меня остановить, чтобы я не пришел. Просто вот попробуй меня остановить. И я настолько вот ощущаю сейчас благословение просто от этого. Но оно уже как бы свершилось, потому что я уже прошел вот эти этапы. Прошел вот эти вот там 10 лет. Достаточно, может быть, скучно, может быть, смысла не вижу, может быть, еще что-то. И вы знаете, сколько людей я увидел, которые вот попадали на этом этапе, вот в процессе этого всего, которые просто вот сейчас живут таким образом, что они отказались от 7-го дня. Они отказались от благословения Божьего. И не то, чтобы они грешники, не то, чтобы это как бы вот они христиане, и если ты с ними разговариваешь, они, да, классно, все туда-сюда, но они проиграли вот эту войну и считают, что они что-то выиграли. Понимаете? Живут так, что как будто бы они что-то выиграли, что вот у них вот эти 6, 6, 6. Они зарабатывают, наверное, там побольше или еще что-то, или пытаются побыстрее ипотеку свою погасить. Потому что как же, я не скажу, я же еще что-то заработаю, еще побольше, потому что мне все время не хватает. Вы знаете, человеку все время не хватает? Да. И только Бог может сделать так, чтобы тебе хватало. Написано, что Бог... Вот эти люди есть, да, которые, да, про богатых там написано, которые накапливают, накапливают, накапливают. А написано, Бог запирает потом у них и праведнику отдает. Представляете, что делает Бог? Не дает им пользоваться этим. Он их использует просто только для того, чтобы накапливать, накапливать, накапливать. Вы знаете Рокфеллера? Я недавно прочитал, позавчера я прочитал его биографию. Мне так вот интересно было, и даже прослушал. И такой он был там человек упертый, и действительно сколотил такие миллиарды, миллионы. Очень был хитрый, продуманный, умный. И, кстати, он был из семьи верующих баптистов, он знал принципы, поэтому... Но в итоге он к концу своей жизни пожертвовал на благотворительность 100 миллионов долларов. Баптистской церкви. Он еще там, еще 80 миллионов в какой-то там медицинский университет или еще куда-то, но он раздавал уже эти деньги. И я не говорю о том, что он плохой, а я говорю о том, что он раздавал в итоге.
Понимаете, вот он их накапливал, и он просто отдал 100 миллионов долларов. И тогда эти 100 миллионов долларов, это примерно как миллиард долларов сейчас. Просто он отдал баптистам. Поэтому баптисты такие сейчас сильные. С ними трудно. Но это хорошо на самом деле, потому что это наши братья, и нормальные они на самом деле. И вот я вижу, что я вижу на самом деле вот с этим седьмым днем, что вообще происходит, как люди практикуют этот седьмой день. То есть мы уже посмотрели, что есть одна такая обочина, один такой как бы вот перекос, это когда 6, 6, 6, нету седьмого, да? Есть люди, где понимают, что есть седьмой день, и как бы пытаются его иметь. Но пытаются этот седьмой день, этот принцип, да, в котором нужно иметь этот принцип седьмого дня, но они к нему относятся и практикуют его так, как будто они работают. Не знаете вы таких людей? У меня жена. Я свою жену очень долго учил и рассказывал ей, как нужно отдыхать, что нужно отдыхать. Вот она у меня как бы трудоголик. И у нее такая очень совесть такая, она вот хватка у нее такая, она работает там, работала в Кока-Коле, если кто знает, что это такое, там, грубо говоря, из тебя все соки выжмут и тренингами, и, ну, научат работать. Работать там хорошо учат. И вот ее так научили работать, понимаете, что когда у нее наступают выходные, у нее депрессия просто. Она либо не знает, куда себя деть, и почему? Потому что совесть ее все время мучает. Потому что совесть ей говорит, что ты не лежи, не смотри телевизор, не еще что-то. И мы куда-то едем отдыхать или куда-то собираемся в выходные отдохнуть. И она, давай быстрее, давай туда-сюда, что ты как долго. Я говорю, я отдыхаю. Понимаете? И это реально принцип. И мы помним первые разы, когда мы пытались куда-то там улететь, отдохнуть или еще что-то, у нас просто вот чуть ли не драка была просто перед выездом. Потому что она пыталась применить принцип работы в эту ситуацию, а я-то уже отдыхал. Понимаете? И на самом деле мы вот иногда вот это вот очень сильно имеет. Потому что 6 дней работы, 7-й день отдыхай, это два разных принципа действия. Когда ты работаешь, ты сконцентрирован, ты собран, ты должен все замечать, ты должен как бы в порядке. Но когда ты отдыхаешь, это совсем другой принцип. Правильно или нет? Ты просто отдыхаешь, и все. И ты свободен, тебя не мучает совесть за то, что ты отдыхаешь. Понимаете? Мария, Марфа не могла отдохнуть. Не могла, она не могла выключиться просто. Она как это вот все... И ее бесили эти люди, которые отдыхают. Понимаете, она им давление оказывала все время. И есть другой как бы перекос. И я вас сейчас туда не зову, есть люди, которые всегда отдыхают. Понимаете? Просто. И у них все... Дмитрий, да? Мы знаем, мы были там тоже, да? Как хорошо всегда, да? Ни забот, ни хлопот. Человек тоже знает, да? Кормит, поет. Кусты, да? Мы помним. И еще одна обочина, правильно? То есть, либо всегда отдых, тогда... Ну, здесь написано в заповеди. 6 дней работай. Большую часть времени ты должен работать. Больше это нормально, и ты... Но ты оставь этот седьмой день и действительно отнесись к этому серьезно и сумей перестроиться в этот седьмой день. Понимаете? Потому что принцип отдыха, ну, иногда для отдыха что нужно? Смена обстановки, правильно? Смена окружения, смена атмосферы куда-то поехать, да, отдохнуть. Смена одежды, одеть красивую одежду. Вам не нравится одеваться в красивую одежду и пойти в белых таких штанах по набережной погулять? Нет? Ну круто ведь, правильно или нет? Приятно, я правда, я это практикую иногда, и все, я получаю от этого удовольствие. Тебе приятно от того, ну как бы вот, что ты приятный просто. Потому что когда работа, это как бы работа, это все время одно и то же, ты уже чешешься от этой рабочей одежды. Потому что она одна и та же, она вот, ну реально, вот она, рабочая одежда. За кафедру спрячу.
Другой принцип, понимаете, другой принцип, другой подход, понимаете, и Бог хочет, чтобы мы имели праздник в своей жизни, чтобы мы имели отдых, и чтобы мы к этому, вот, да, когда тут мы к Богу приходим, да, чтобы мы имели и красивую одежду, и какое-то обновленное сознание, какую-то свежесть, что-то новое, понимаете? Это реально другой принцип. К этому нельзя относиться как к работе, потому что, ну, тогда это будет просто седьмой рабочий день. Понимаете? Или нет? Да, он вроде есть, но его как будто нет, и ты не отдыхаешь. И моя жена мне сейчас благодарна из-за того, что я с ней разговаривал и учил ее. И сейчас уже она это понимает, она только начнет. Я говорю, ну, опять? Все, поняла. Нормально, уже хватает. Она понимает, насколько важно. Вот чем быстрее ты переключишься, тем больше ты отдохнешь. Знаете, иногда проходил, мы едем в отпуск, и первые, там, если отпуск 7 дней, 5 дней это просто вот, это работа, грубо говоря. Это вот такое же отношение, как к работе, это никакого отдыха. Я приеду, я сплю, она, как ты можешь спать, иди, надо туда сходить, надо сюда сходить. Как же мы сейчас все пропустим, надо же увидеть все это. Я говорю, ну, я вот так хочу, мне так нравится. Я чувствую так, мне отдыхаю, мне нравится, я книжку почитаю. Ну и что я за это все заплатил? Но мне нравится. И вы понимаете, Бог в седьмой день, Он вот просто отдыхал. Просто отдыхал, написано. Он выбрал этот седьмой день, сказал, все, я все сделал. Сейчас я отдыхаю, не будите меня. И благословил этот день. И благословил этот день, благословил это время. И ему нравилось отдыхать. И знаете, что ему нравилось? Ему нравилось смотреть, какой он красивый. Какой он молодец. И это принцип. Понимаете, это принцип. Если у нас его не будет, мы просто будем несчастные люди на самом деле. Несчастные люди. Поэтому эта заповедь настолько высоко стоит у Бога. Настолько высоко стоит у Бога эта заповедь, что даже выше, чем почитай отца и мать. Понимаете? Выше, чем не убей, не прелюбодействуй. Я не говорю, что те не важны. Я говорю порядок. Понимаете? Порядок. Через тот порядок, через который мы как бы приходим и... И учимся. Давайте я вам прочитаю просто. Исаия 58 глава, 13 стих. Получается, что я немножко вырву из контекста. Но если вы захотите, вы прочитайте стихи потом, то, что написано выше. И ничего не противоречит. Бог говорит про пост, который он избрал, и про смысл. Давайте я немножко... На самом деле там все слова идут где-то с 4 стиха. Он говорит, вот, я чуть-чуть прочитаю, для того, чтобы просто ввести вас в курс дела. Вот вы поститесь для ссор и распри, для того, чтобы детскую рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос вас был услышан на высоте. Таков ли пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как травник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли ты назовешь постом, днем угодным Господа? То есть он говорит, что, Богу вот это нужно, чтобы ты там без одежды, без еды, и вот голову гнул. И он говорит, это ты назовешь постом. И он говорит, вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, разрежи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой. И как бы вот, примерно про это. Дальше, в принципе, там не так много написано. В принципе, написано про то, что нужно быть человеком, который живет для других, который любит других, который готов делиться, у которого есть такой смысл в жизни. И вот потом он заканчивает этот 13 стих.
Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих в святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычным твоим делом, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу, в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это. И вот один из таких это как бы сильных моментов, где Бог просто направляет, он говорит то, что ну, на самом деле, насколько суббота важна и что нужно сделать. Да? Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихотей твоих, во святой день мой будешь называть субботу и отраду и святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее, что не будешь заниматься обычным твоим делом, угождать твоей прихоти и пустословить. То есть мы видим, да, он не налагает какого-то... Ну, что нужно делать в субботу конкретно, да? Он просто говорит, что это должен быть особенный день. Это должно быть отрадой для тебя. Это должно быть благословение святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее. То есть, это действительно, ну, суббота, по большому счету, делает нас христианами. Вот этот вот принцип седьмого дня делает нас христианами. Потому что шесть – это человек. Вы знаете, что число человека – это шесть. Почему? Потому что человек был сотворен на шестой день, как бы, да? И число человека это шесть. И число Бога это семь. Потому что, а что такое семь? Это шесть плюс один. Это шесть плюс один. И вот я вам нарисовал эту штуку, да? И вы теперь, я думаю, уже понимаете, что это такое. Вам всем видно, да? Да. Это еврейский светильник, который называется Минола. И его принцип, он вот такой. Надо объяснять, нет? Если бы я мог еще все написано, что дух человека светильник Господень. Светильник Господень, дух человека. И я так думал. И вот вы задумайтесь и запомните, что я сказал. Что светильник Господень это дух человека. Не дух Божий светильник человека, а светильник Божий. Это дух человека. И это означает дух человека. Это означает принцип человека. И вы видите, да? И это вот так вот создано. И это вот, где горит огонь. Вот эти вот точечки. Вот светильник, он так из себя представляет. И что здесь самое главное? Центр. Вот этот вот стержень, на котором все стоит. Он же седьмой, и он же главный. Понимаете? И это тоже еще одно олицетворение, еще один принцип, то, что Бог нам еще раз показывает, что Бог – это семь, и его принцип – это семь. И он нас, и все держится благодаря тому, что есть седьмой, и он же основной, он же самый главный, вокруг, на котором все держится. Все зависит от этого седьмого, понимаете, да? Или основного. Поэтому число Бога, мы можем чуть в нумерологию с вами поиграть, но для того, чтобы понять, что действительно Бог, он совершенный, и его число, оно 7. И вот это вот число 7, оно означает совершенство Бога. Не то, чтобы 7 что-то важное, но просто вот Бог, он такой. Вы знаете, что 7 цветов радуги? Да. Вот как так получилось, что их 7? Я вот не понимаю, если это можно как-то еще по-другому объяснить, но их 7... И опять семь. Правильно? Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Правильно? Семь. И не может быть по-другому. Нот и эти семь. Да, музыканты говорят. Нот семь. Нот семь. То есть для того, чтобы создать полноту музыки, для создать вот эту полноту и совершенство, и сделать что-то совершенное, сыграть, недостаточно шести. Недостаточно шестинок. Ну, и я вам больше когда. Я вам больше скажу. Было время у нас в России, когда православные имели шесть нот. Вы знаете об этом? А я знаю. Серьезно. Это в истории доказано. Было. А у них было шесть нот. И вы не представляете, что было? Они седьмую ноту, которую привезли из Европы, предали анафеме. Вот так вот. По-нашему.
Понимаете, она была под анафемой долго. Знаете, она как была воспринята, как рок-н-ролл? Вот примерно то же самое, как рок-н-ролл, понимаете? То есть вот люди имеют только заблуждение. Было шесть. И они до сих пор, почему они так бу-бу-бу-бу-бу-бу? Потому что вот они еще не до конца перестроились, понимаете? Вот оно все такое монотонное, такое пение, ба-ба-ба. Нету си, нету вот этой ноты, которая вот дает этот верх, дает эти эмоции, да, дает эту полноту и дает это совершенство музыки. И музыка, она может существовать и с шестью нотами, да, но она не будет совершенная. А вот уже если их семь, ты можешь сыграть все, что ты хочешь. Понимаете, вот, и все обрисовать, и любые тона, там, и полутона, и так далее. Поэтому, ну, вот эти принципы, то, что семь нот, семь цветов, да, то, что Бог творил шесть дней, и на седьмой день Он отдыхал, да, и вот как бы вот эти вот вещи, они мне просто показывают, что Бог Он такой, и Он совершенный, и почему-то вот оно все так в Нем происходит. И мы того или не хотим, у нас неделя, семь дней. Понимаете, вот, ну, однажды Бог выиграл для нас эту битву, понимаете, там, через израильский народ, через Иисуса Христа, но китайцы даже, понимаете, они даже, у них тоже неделя по 7 дней, вот как, да, хоть они там и говорят, что их боги, они старше, и у них там свое летоисчисление, но живут они в семидневочку, и в воскресенье они тоже не против отдохнуть, понимаете, поэтому они принимают этот принцип, хотят они того или не хотят, и это на самом деле очень важный принцип. И если, ну, вы просто даже не представляете, насколько важный. Мы сейчас дальше поедем. Это мы только начали, я вам говорю. Еще одна обочина про субботу. Знаете, у кого она? У народа Божьего, у евреев. Вообще красавцы просто. Помните, да, что они вообще творят? Нет? Знаете, мы тут с одним братом нашим, он уже наш брат. Но по крови он и их брат тоже. У него есть родственники. И он нам рассказывал. У него есть брат, который вот идет, ну, это вот, да, шапочки. По всем этим нормам. Кошерное, не кошерное, все как надо. Знаете, что они в субботу там исполняют вообще? Туалетная бумага в пятницу рвется и ложится здесь на полочку. Представляете, просто туалетная, конечно. А вот. Просто, представьте, какой абсурд просто у людей. Вы знаете, у них кнопку в лифте в субботу не нажимают. Вы знаете, как они из этого выходят? У них лифт в субботу вот так вниз, вверх, и на каждом этаже остановится, и на каждом потом это. Все запрограммировано в субботу, понимаете? Они говорят, родственники на него обижаются, потому что если у кого-то что-то случилось, в субботу он не берет трубку просто. Просто не берет трубку человек. Все, субботу у него. Понимаете? И как бы. И это пошло еще, да, и со времен Иисус их тоже за это как бы ругал. И они говорят ему, ты что в субботу исцеляешь там туда-сюда? Он говорит, вы не понимаете. Не человек для субботы, а суббота для человека. И это то, что я хочу, чтобы вы тоже сегодня запомнили, понимаете? Что мы иногда тоже так делаем, и это тоже своеобразная обочина, когда как бы, как будто суббота начинает твоей жизнью там, да, больше управлять, и ты этому вот большее внимание какое-то и так далее оказываешь, и просто начинаешь вот исполнять этот закон, и без понимания просто. Чего не хватает им? Понимания не хватает, просто мозги включите, люди, ну елки-палки, правильно, ну как можно бумагу, мы даже понимаем, понимаете, вот просто мы русские тут, да, в лесу живем, но мы когда видим абсурд, мы просто, правильно или нет, ну абсурд, они умные люди, умнейшие люди. Люди, умеющие зарабатывать миллионы там, да, и мы знаем сколько, да, этих людей на верхушке находится, мировой. Да, как насколько это действительно благословенные люди. Но иногда вот насколько они готовы заблуждаться тоже и просто вот отключать голову. Но я вам скажу, все равно от них нужно научиться. От них нужно научиться, потому что они, для них это очень важно. Они понимают, насколько это важно, понимаете? И мы должны вот это от них тоже взять, что да, абсурд. Но на самом деле нужно найти баланс, нужно понять, как это работает и для чего это вообще, да, и извлечь все эти выводы и понять, что не человек для субботы, а суббота для человека. Это просто благословение для человека. Бог хочет благословить человека. Бог хочет, чтобы человек был совершенный, понимаете? Потому что совершенство достигается через седьмую ноту, седьмую краску.
седьмой целостный светильник, который держит на себе все. Понимаете? И поэтому мы просто должны... Я вам просто вот... Моя молитва за вас, за всех, чтобы вот мы отбалансировали свою жизнь, чтобы мы поняли, что на самом деле Бог, Он реальный, Бог, Он существует. И то, что Он действительно есть. И то, что мы Его как бы не видим, и то, что в нашей жизни что-то не работает, это потому, что мы просто не научились Его принципы практиковать. Понимаете? Осознанно практиковать. Проходить через это, чтобы это действительно... Сначала, может быть, это становится для тебя законом. Эта Библия, она такая, понимаете? Сначала был дан закон, сначала были даны правила, сначала было дано направление, куда двигаться, что делать. Но потом это перешло в откровение. И потом это откровение должно стать для нас благословением. И это то, что должно произойти в нашей жизни. И на самом деле, суббота это просто даже, ну, как мечта, понимаете? Как мечта, которая есть у нас здесь, на этой земле, что мы однажды просто будем там, где вот всегда суббота. Где всегда суббота, где суббота не закончена, где просто Бог отдыхает и наслаждается. И просто радуется. Понимаете? Просто радуется, просто собой восхищается. Нам нельзя собой восхищаться. Совесть будет мучить. Я вот серьезно, я однажды помню, как вот принцип действия, как вот иногда Бог через отдых делает какие-то такие вещи. И однажды, как бы работы было немного, и я такой думаю, да поеду я домой. Ну что я, вот, потому что она такая привычка, совесть, она мучает, ну как я вот могу, у меня же день, я же работаю. А я вот взял и поеду я поленюсь. Ну да, все работают, а я пойду. Дома поваляюсь просто. Просто отдохну. Совесть, конечно, мучила. Но я все равно решил поотдыхать. И что бы вы думали, просто я, лежа на диване, там что-то и думая, главное, о работе, потому что совесть немножко мучила, придумал там определенное изобретение, которое до сих пор считаю, что оно очень важно. Просто вот из-за того, что я отдыхал, я был расслаблен, я отвлекся, я не думал там о каких-то заботах. Я просто пытался как-то вот подумать, как можно эту работу сделать быстрее и лучше в это время. Понимаете, вот я просто отдыхал, не было никакого напряга. И я просто увидел вещь, которая, ну реально, я уверен, что я однажды ее сделаю. И стану миллионером на этой вещи, но... Но во всяком случае, ребята знают, про что я говорю, они видели эту штуку, она реально работает, как бы, но это было что-то для меня такое необычное, особенное, для меня лично, мне нет цели вас как-то это... Но я понял, что оно так примерно и работает, знаете, вот оно так работает, что мы так созданы, что вот мы напрягаемся, и потом отдохнем, и раз получилось. Я вот в эти выходные гуляли мы с женой по Ленинградской. Такая погода была хорошая, знаете, нет? В воскресенье. И мы давай погуляем. Она зашла в магазин, как всегда, что-то пропало там. А я так стоял на улице. Нет, ну там ненадолго она. Но на самом деле... Все хорошо, я думаю, иногда Бог уводит просто для того, чтобы что-то получить такое. И я обратил внимание, прямо около меня, это было около магазина, катались двое ребят на скейте, знаете, да, доска такая, скейт. И они такие взрослые ребята, не знаю сколько лет, но серьезно, не тинейджеры прям. И так профессионально этим занимающиеся. И вот один такой, который получше катается, он все пытался проехать определенную какую-то трассу, а второй его в это время записывал на телефон. Там. Я понимаю, что они хотят фильм сделать, там, знаете, да, эти на музыку наложены, они там туда-сюда прыгнули, развернулись там туда-сюда. Оно в фильмах, оно вот так вот выглядит, правильно? Ты думаешь, ничего себе, да, там смотришь, он туда запрыгнул, спрыгнул, да? Но там монтаж сделан, все эти дела. Поэтому, и оно состоит из маленьких таких роликов и ракурсов. И они вот снимали ее. И я вот не знаю, он раз 30, может быть, 40 он это делает. Там ему нужно было, вот он разгоняется,
одно препятствие перепрыгивает, по второму проезжает, и потом такое третье, самое сложное, такая ступенька большая. И вот он просто на ней там, вот не идет эта ступенька, и все. То человек какой-то пойдет, то он не доедет до нее, то на первый споткнется, то вот все сделал. Вот оно вроде вот сейчас получится, раз опять же, да что ты там, и психует, и второй там вот этот вот тоже уже устал. Ну, какой второй молодец, я думаю, как это, давно бы уже это, нет, он снимает, и тот уже психует, ему этот второй там, да что ты психуешь, давай делай там, и все, и вот они это делают, я смотрю, мне такая радость у меня от этого всего, мне нравится на них смотреть, понимаете, у меня радость от того, что просто вот мне нравится, как люди делают, вот я вижу такая упертость у них, и так делают классно, профессионально, и я уже сам даже запереживал, когда же он сделает, увижу я, когда он сделает, или не увижу, когда он сделает. Не сделал. Я ушел, жена вышла, все, он так и не сделал. Я думаю, он в этот день так и не сделал. Но я уверен, что они придут завтра, и он сделает. Понимаете, он уже все, я устал, я уже не могу. И уже последние попытки, он уже там на первом спотыкался, на втором спотыкался, до третьего уже не доезжал иногда. Потом вроде, ну все, давай еще раз, последний. И опять у него там что-то запнулся, и все. И видно, что он может это сделать. Он знает, как это делать, да, но нужно тренироваться. Знаете, когда у него получится? Когда он отдохнет. Вот он придет завтра, вот все, у него уже вот в голове, в мышцах уже все это настолько все запомнят мышцы, что он потом просто шк-шк-шк, и все, оно легко. И потом еще раз шк-шк-шк, все, легко. Все. И вот так любой элемент учится, правильно или нет? Когда-то, помните, фигуристы прыгали там два оборота, и они, два оборота вообще, все, эти сделали два оборота, им все поклоняются. Потом три оборота. Сколько сейчас Плющенко делает уже? Как вы думаете, до пяти дойдут, нет? Мы когда-то думали, что три это все. Три это все, и потом какие-то боги сделали четыре. Понимаете, просто вот какой-то китаец там или кто-то вот закрутил. Наши подумали, нет, раз китаец сделал, значит и мы должны, все. Давай крутить эти четыре оборота. Представляете, сколько человеку нужно раз прыгнуть эти там четыре оборота для того, чтобы вот потом еще нормально приземлиться. Очень-очень много раз, очень-очень много попыток. Наша жизнь примерно на это похожа, понимаете? И нам, ну, и мы действительно вот делаем, и нам нужно делать, да? Но результат придет, когда мы будем отдыхать. Потому что ну, невозможно добиться правильного результата, если ты не, ну, того результата, которого нужно добиться, если мы не отдыхаем. Поэтому еще раз на нашу жизнь, то, что не отказывайтесь от субботы. И если ты отказываешься от субботы, ты отказываешься от благословения в свою жизнь. Отказываешься от благословения. Ты отказываешься от этого принципа, и Бог не может тебя просто благословить. Потому что ты сам отказываешься. Написано, что свети субботу, и суббота это святыня. Это то, что мы тут прочитали, что она будет для тебя святынью. И слово святой, знаете, что означает? Отделенный, другой, особенный. Поэтому это то, что в нашей жизни должно быть что-то особенное, что-то другое, не просто работа, дом, суета, заботы и так далее. Но именно вот это вот то, что что-то особенное приобщает нас к Богу, понимаете? Седьмой день, он как бы Божий день, и число 7 это число Бога, поэтому он говорит, что у вас обязательно должен быть седьмой день. Седьмой день. Поэтому наша задача как человека, теперь мы перейдем к смыслу жизни. Смыслу жизни, да? Наша задача, смысл нашей жизни, чтобы из шести перейти в семь. Чтобы не остаться просто человеком. Просто человеком и прожить свою жизнь просто человеком. Но чтобы прожить эту жизнь как бы с познанием, со смыслом. И как бы вот, ну, лучше всего мы это находим там, где есть Слово Божье. Там, где есть Слово Божие, потому что в этом все заключается. Теперь давайте вот... У меня воды нету, да? Там можно водички налить? На самом деле, вот в этом сотворении мира, в этих шести днях, мы видим смысл и суть Бога. Это не просто написаны стихи,
или какая-то такая история, которая нам рассказывает, как все появилось, да, или какая-то история Земли здесь, да, здесь не об этом. Здесь о духовном смысле, о духовном принципе Бога. И он заключается в том, что Бог 6 дней что-то делал. И вы знаете, что Бог не сделал все в один день. Вот просто в один взял и сделал. Бог первый день что-то сделал одно. Во второй день он сделал уже совсем другое. В третий день он сделал еще что-то более крутое, более лучшее, чем сделал до этого. И каждый день, да, и мы это называем днями. Ну, знаете, даже в Библии написано, что у Бога один день – это 1000 лет. 1000 лет – это один день. Это для тех атеистов, которые считают, что здесь можно найти какую-то подковырку и как бы, да, сказать то, что, ну, мы все знаем, что Земле сколько-то там миллионов лет и так далее. Но просто эти периоды, которые, они называются днями. Они называются днями. И вот то, что как Бог творил. Поэтому мы сейчас не будем говорить о том времени, сколько Бог это все создавал. Потому что, ну, вы понимаете, у Бога нету времени. У Бога нету времени. У Бога есть вот эти вот как бы периоды, вот эти вот сезоны и вот эти вот переходы. И мне тут, что я здесь вижу самое интересное? То, что какой Бог на самом деле? Что Бог, он усовершенствовался. Он творил. Он делал каждый день что-то другое, что он не делал до этого. Понимаете? И это делает Бога Богом. Понимаете или нет? Это делает Бога Богом. И именно вот это вот, то, что Бог каждый день делал что-то лучшее. И венец творения его. Кто? Человек. Бог создал человека на 6-й день и сказал, весьма хорошо. И он творил, и как бы, да, наслаждался тем, что он делал, да? Это как, ну, я если так взять просто на наши немножко примеры, такие более приземленные, да, как вот этот вот человек на скейте на этом, да, в один день он делает одни. И он делает, пока не сделает, правильно? Сделал. Он хочет дальше, на следующий уровень. На второй день делает. Или день, или неделю, или месяц, или год, но пока не сделает. Сделал. Идет дальше. И понимаете, и вот это и есть принцип как бы Бога. И написано, что потом Бог сотворил нас по своему образу и подобию. И мы как бы вот этот вот венец его, который он решил сотворить, который он задумал, который он сделал, и вдохнул в нас дыхание жизни. И что Писание говорит? Писание сказал, вы боги. Писание сказало, вы боги. И он на самом деле сотворил богов. Где мой айфон? Дайте айфон. Есть айфон у кого? У меня нет айфона. У меня Asus. Дай, Лёх, пожалуйста. Этот. Достаточно. Вот эту вещь может сотворить обезьяна, может быть, или еще что-то, кто-то, да, вот она там раз, что-то тут информация, сейчас включим, говорить начнет, да, показывать даже, кино начнет, еще что-то, правильно? Вы представляете, какой уровень просто? Просто уровень какой вот, куда люди дошли вообще. Это я просто элементарную, как бы, такую вещь простую показываю. Понимаете, что вот в этой штуке откровения Божьего больше часто, чем вот в верующих в церкви. Но это реально так. Вы просто, ну, не понимаете немножко, куда я веду, да, о чем я говорю, но это говорит о том, что Бог создал нас со способностью творить. Аминь. Вот это Бога делает Богом, способность творить, способность создавать каждый раз что-то большее, что-то лучшее. Переход на следующий уровень – это часть Бога, это то, что является, ну, на мой взгляд, Его подобием. Потому что кто такие ангелы? Мы иногда думаем, что ангелы это что-то, да, там. Но ангелы это как бы часть Бога, это слуги Божьи, это духовные, да, там, ну, можно сказать, существа. Но они созданы совершенными. Они уже созданы готовыми, совершенными. И у них открытые глаза на это совершенство. Они находятся на 100% в духовном мире. Они видят Бога.
полностью, и они им восхищаются. Вот участь ангелов. Понимаете? Восхищаться Богом. Просто восхищаться. И вы знаете, они восхищаются не потому, что они его боятся, потому что он их может убить, а потому что они совершенные, потому что они видят совершенство, и они им восхищаются. У них, они очень умные, понимаете, очень умные, совершенно умные. И когда человек совершенно умный, он не может не восхищаться, как бы, да, тем, что он видит на самом деле, чем просто нельзя не восхищаться. И, понимаете, это вот ихняя просто вот сущность, суть в этом. Поэтому они другие. Вы знаете, у нас какая привилегия есть? Почему Бог нас создал по своему даже образу и подобию? Потому что у нас есть привилегия улучшаться, привилегия двигаться. У нас есть привилегия, огромная привилегия, что мы есть что-то, что мы не знаем. Вы понимаете, что это привилегия? Вы понимаете, что это огромный подарок не знать? Знаете, Иисус, он однажды сказал то, что рожденный, да, помните, если не родишься от Духа, не войдешь в Царство Божие. Никодиму. И он там дальше сказал то, что слышишь Дух, да, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Тогда духовный человек, это когда человек на самом деле, ну, не знает. Мы иногда думаем, что духовный человек, это который все знает. Духовный человек, это который не знает, но который движется. И который готов двигаться. Который готов и хочет двигаться. И вы знаете, в чем суть греха? Основная, смысл вообще его греха, когда они согрешили Адама с Евой. Что они сделали? Они съели этот плод. Для чего? Потому что дьявол сказал, если вы это съедите, вы будете как боги. Вы будете все знать. И суть греха, то, что они решили в одно мгновение не сделать никаких усилий, а просто взять и узнать. Понимаете, просто вот узнать и стать духовными, да, и так далее. И это есть суть и смысл греха. Именно в том, что человек хочет все и сразу, и без усилий, и без усилий. На самом деле Бог хочет нас привести к себе, хочет нас привести в свое совершенство, но именно для нас благословение то, чтобы не знать сразу все, а достигать, пытаться, делать, ездить на этой доске, да, и потом достигнуть. А знаете для чего? Потому что Бог хочет там на небе быть с теми людьми, которых есть за что уважать. Потому что Бог уважает себя. Бог уважает себя. И как мне интересно быть с теми людьми, которых мне не за что уважать всегда. Мне нужно тоже кого-то, и мне тогда важно мнение тех, кого я уважаю. Понимаете? И кто может оценить Бога, если не тот, как бы, да, для кого важно мнение Бога. И понимаете, да, или нет? И поэтому Бог нас создал, вот как он. Он 6 дней творил. И это его принцип. Он делал, он усовершенствовался. Он переходил, как бы, да, на новый уровень, делал лучше. И потом пришел в этот 7-й день и сказал, все, совершенное, очень хорошо. Благословляю я, все, я вот в этом нахожусь. А человек решил без 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го сразу съесть и по-быстренькому на автобусе. Понимаете или нет суть греха? Суть греха, то есть нежелание для меня, ну я так сформулировал просто, да, это все-таки человеческие слова, да, мы созданы, как он, по его образу и подобию, для того, чтобы мы ощутили это блаженство в продвижении, блаженство творить, блаженство что-то делать, блаженство созидать. Он творец, он креатор, да, креатор, да, и у нас есть это слово тоже модное, да, креатив, когда ты что-то создаешь. И вот не развиваться, не двигаться, это и есть самый большой грех для меня, то, что я сегодня хочу сказать, во всяком случае. Понимаете, вспомните притчу Иисуса о талантах, 1, 5, 10,
Что сделал тот, кому один? Зарыл, спрятал, решил не увеличивать. Понимаете, он нарушил этот божественный принцип, что нужно развиваться, нужно двигаться. Бог сказал, ты злой и неверный, и лживый, и мне неинтересно с тобой. А тот, кто приумножил, да, войди в радость господина своего, ему было сказано. Вы вспомните, что сделал блудный сын? Он захотел все и сразу. Все и сразу. И уйти от отца. И получил разрушение в свою жизнь. Что происходит сейчас с христианами? Что происходит сейчас в христианском мире, на христианских собраниях, в христианских церквях? Так происходит. Так происходит. Я много раз проповедую, и я вижу эти лица. И я видел эти лица, да, и не мог их понять. И я никого не критикую, вы понимаете? Знаете, о чем мне говорят эти лица? Ничего не интересно. Никуда не хочу двигаться. Не то чтобы устал. Потерял эту способность двигаться, творить, потерял этот азарт, ну как бы вот этот вот азарт, это желание, да, как вот этот вот человек, опять пробовать и пробовать, делать и делать, двигаться, получать эти откровения от Бога. Понимаете? Просто вот получать. Я вчера просто, когда я в это окунулся, я в шоке был. Бог, как оно все просто на самом деле. Это смысл жизни человека. Вы знаете, что мы придем в рай, если кто придет? И здесь присутствующие. И уже говорят давно про такую поговорку, что мы удивимся от того, что мы кого-то там увидим, кого не ожидали увидеть. И удивимся от того, что не увидим, кого ожидали увидеть. Я уверен, что мы там увидим многих великих физиков, математиков. Те, которые люди, вот кто такие ученые? Ученые это, которые вот просто берут и лезут в этот суть, в этот смысл. Они с этим живут, они думают. И понимаете, я еще одну биографию прочитал про... Не-не-не-не-не. Который электричество изобрел. Не изобрел он электричество, он там генератор. Тесла. Вот, тоже про него. И он пишет, там он сказал, он говорит, когда этот двигатель в моей голове заработал, единственное, что меня спасло, это немножко водки. Чтобы успокоиться. Потому что он заработал у него в голове. Он увидел, как это работает. Он увидел эти принципы, понимаете? Он просто в такой шок. И вот мне иногда хочется. Когда ты входишь в водки. Но я вам просто правду скажу, когда тебе вот это вот, ну я вчера просто, когда все вот это вот начало мне открываться, и вот этот вот смысл, и какой Бог, какие ангелы, я никогда даже не понимал, что вот они такие, а мы на самом деле такие, и то, что принцип Бога, он такой, и то, что суть греха, она вот в этом, что человек просто не развивается. Оно во всем. Я же работаю много. Я вижу людей, которые работают рядом со мной, и я им 100 раз говорю, развивайся. Просто в работе развивайся. Ну, читай, возьми ты интернет, узнай ты, как делать то, делать это. Там, ну, расти ты в своей профессии, становись ты лучше. Это будет радостью для тебя, это будет принципом. Переходи ты на другие уровни. От чего мы получаем самое наивысшее удовольствие? От того, что когда что-то получается. Когда действительно ты переходишь на другой уровень, и даже вот если перешел на другой уровень заработка, тебя больше радуют не деньги, а то, что ты смог это сделать. То, что ты радостный за себя, тебя переполняет эта радость, и ты думаешь, я счастливый, я полный, мне это нравится. И это, ну, это может быть в любой области твоей жизни, но лучше всего, если это будет как бы через духовное и в духовном. Потому что это самые лучшие откровения и самые лучшие как бы принцип и смысл. И мы там можем все это найти, оно заработает. И это как раз о 7-м дне. Мы должны понять, у нас вот этот вот двигатель, который вот у Тесла в голове заработал, он его сначала там увидел. И он просто, понимаете, да? Куда деться от этого? Он еще не мог это сделать, он еще не мог вот в это войти, но оно уже работало здесь.
И мы понимаем, потому что это именно так. Вы представляете, а люди, которые сказали, что Земля крутится вокруг Солнца. Вот все до этого поколения и в церкви, и везде считали, что центр Вселенной – это Земля. Все остальное вокруг нее. Вот все, даже звезды вокруг нее. И это была непоколебимая истина. И один человек начал задумываться, или не один, или группа людей, сколько-то там людей начали задумываться, что что-то здесь не так, что-то как-то оно не так работает. Понимаете, что-то какое-то вот, как-то неправильно солнце, что ли, крутится вокруг нас. Как-то вот мы не понимаем, как оно может так крутиться. Если бы оно вокруг нас крутилось, оно бы как-то по-другому крутилось. Похоже, мы вокруг него крутимся. Не-не-не, это же ересь, это же нельзя, как можно? Но оно начало, оно больше и больше, и его душили, давили, но мы сейчас этим пользуемся. Понимаете, мы сейчас этим пользуемся, у нас это есть, у нас уже открыты эти смыслы. И я вообще вижу то, что вот мы должны понять во время, в которое мы живем с вами сейчас, то, что мы живем с вами в таком веке, мы живем в будущем. Вы замечали или нет? Ну, я вам показывал уже, как это работает. Вы знаете, что люди еще 100 лет назад... Они вот даже и представить этого не могли. Просто представить даже не могли. Были какие-то фантасты, которые что-то там представляли. Но вот этого представить не могли. Чтобы ездить, летать, гореть. Алло, мама, ты где? В Америке? Ну ладно, я завтра приеду. Просто. Да? Как такое может быть? Это просто будущее. Wi-Fi. Интернет. Skype. Мы здесь, они там. Мы сегодня записали, они еще 10 лет слушают. Я передаю привет. Куда? Всем. Понимаете, это так работает. И мы должны просто понять, что это все произошло тоже благодаря Богу, потому что Бог творит. Бог творит через людей, Он радуется, Он создает, Он наполняет людей вот этим вот, вот это вот образ и подобие, которое не может в человеке. Это грех его убить. Это грех его заставить как бы не работать. Понимаете? Это грех захотеть все и сразу сейчас, здесь. Блаженство и самый вот кайф настоящий в жизни, это в том, чтобы добиваться, чтобы не останавливаться. Поэтому вот то, что мы сейчас делаем, и вот то, что мы назвали обновление, это именно про это и говорит. И в этом и есть наша основная цель, чтобы не остановиться. Понимаете, я верю, что вот именно если мы не остановимся, мы достигнем. Поэтому апостол Павел говорит, я не считаю себя достигшим, но стремлюсь к цели. Понимаете, и это смысл его жизни. Не считать себя достигшим, но стремиться и пребывать, потому что он реально приблизился к Богу. И он говорит то, что я знаю, что мне готовится венец. Вы представляете, он говорит, я знаю, что мне там венец готовится. Какой Павел гордый, откуда ты знаешь, ты еще в рай попадешь или куда? Павел уже знает, он уже на таком уровне отношений с Богом, на таком уровне откровений, он уже столько этих ступенек перешел, что он уже понимает, все, вот у него-то уже точно срыва ноль, понимаете? И знает, что не просто как бы он от этого не уйдет, но там еще и венец для него будет. Какой Павел гордый, как ты можешь так говорить, что для тебя венец? А он знает, что для него венец. Потому что он понял, что он достиг этого блаженства. Он столько, как бы, да, уже тоже из себя сотворил, столько как бы из себя достал, столько раз перешел на другой уровень. На другой уровень. И это наша задача. Понимаете или нет? Вы согласны со мной, что это и есть цель нашей жизни? Переходить все время на другой уровень, на более лучший уровень. На более лучший уровень духовности, познания, осознания вообще, кто мы и как мы. Чтобы мы не просто вот, да, съели... И сразу все получили. Но достигали. Достигайте любви, написано. Достигайте любви, потому что на самом деле любовь это вот совокупность и совершенство. То, куда мы должны идти. Но это просто вот отдельная тема, на которую можно долго разговаривать. Но Иисус Христос доказательство тому, что Он совершенство достиг в любви. В любви. Вы представляете, Он всего себя раздал просто. Я так иногда думаю, как нам трудно иногда... Человеку денег дать. Просто так. Человеку нуждающемуся дать денег. Он же чужой, ладно, как-нибудь лучше не дам. Я не про то, что вы должны давать. Это мы такие, нам трудно, мне трудно. Как бы мы думаем, вот этому можно еще, самый лучший из нас, да, как бы ищут кому дать. А он не... Вот если бы у него была возможность деньги раздать, он бы сказал,
точно, на крест не пойду. Но он на крест пошел. Он всего себя отдал, всего себя расточил. Для чего? Для того, чтобы мы были счастливы. Потому что это единственный тоже наш путь для того, чтобы вот нас сдвинуть с этой мертвой точки, в которой мы остановились. Понимаете, с этого вот бессмысленного существования. Именно своей любовью. Просто взять, за все заплатить и сказать, давай иди. Создатель, творец, креатор, давай, креатив, придумывай, создавай. Наполняйся, вдохновляй, люби, живи. Свети седьмой день. Свети седьмой день, потому что отделяй этот седьмой день. Пойми, насколько это важно. И вот этот вот седьмой день, это действительно как мечта неба для нас. Как мечта неба, которая вот нас, пускай на какое-то время, пускай с собственными представлениями или еще с чем-то, но она нас уже туда заводит, понимаете? Она у нас уже туда заводит, вот в этот день, вот эти мысли. И я помню, как я находил эти смыслы, ходить на эти собрания, ходить на эти скучные собрания, неинтересные, бессмысленные вроде как. Вот данные ситуации, но они реально бессмысленные. И я понимаю этих людей, но блажен тот, кто найдет в них смысл. Найдет в них смысл, увидит этот смысл и будет ходить, потому что он понимает этот принцип, и он хочет этот принцип, чтобы в его жизни заработал. Принцип седьмого дня, принцип благословения, принцип причастия тебя к совершенству. То, что потихоньку, но делает твою жизнь совершеннее и совершеннее, и ты не замечаешь как. Иисус сказал то, что мы не знаем, как царство растет, оно как семя, человек посеял, и спит, и не знает, как там, что растет, как движется. Но оно так работает. Сначала этот росточек, потом колос, стебель, колос, и потом зерно. Мы если себя колосом не увидели сразу, то тогда и не надо ничего. Понимаете, вот нам надо сразу себя колосом увидеть. Потому что если делать, как делать сразу великие дела. Правильно или нет? И на самом деле это мудрость и благословение иногда просто увидеть себя маленьким росточком, проросшим, и попросить защиты, и просто ждать, и просто переходить на другие уровни и так далее. И начинать потихоньку, потихоньку, потихоньку. И я видел, как это вот в моей жизни, оно просто реально прорастало, прорастало, прорастало. Я уверен, что это просто то, что вот сейчас происходит, это является для вас тоже свидетельством. Для меня это является свидетельством. Просто. Таким свидетельством, что я его просто не могу никуда спрятать. И действительно, Бог хочет, чтобы я понял, кто войдет на небо. С кем? Потому что на небо войдет тот, с кем Богу интересно. Тот, кого Бог захочет, чтобы туда зашел. Понимаете? Не тот, кто... Помните, они сказали, мы делали Твое имя, Господи, и бесов изгоняли, и то делали, еще это. Он говорит, а я вас не знаю. А я вас не знаю, потому что вот принципы мои, моих принципов у вас нет. Вы так и не поняли ничего. Вы там бесов изгоняли, пророчествовали в Мое имя, что угодно делали. Поэтому религиозные люди, они не войдут туда. Поэтому нужно все усилия приложить, чтобы перейти из религиозного человека в другого. Из шести сделаться семеркой. Понимаете, да, эти принципы уже, да, я вам чуть-чуть объяснил. А есть еще шесть, шесть, шесть. Домашнее задание, фильм «Оман» посмотреть. Все части. Ну, реально, да, что такое шесть, да, и мы так иногда вокруг этого шесть. Вот оно шесть, это человек. Человек, который вот без Бога решил быть. Человек, который сам для себя стал человеком со всех сторон. И все, и не пошел дальше. И поэтому Бог, я просто понял, что вот, знаете, что Бог сказал, когда создал «хорошо»? Да, он создал, и каждый день он говорил «хорошо, хорошо, хорошо». И когда создал человека, говорит «весьма хорошо». А? И он так, прям вот, это же не лицемерие, это же он радовался, он не играл, он просто супер говорит. А потом, знаете, когда он сказал «нехорошо»?
нехорошо быть человеку одному, и создал ему, да, помощника. Потому что Бог тоже знает, что одному быть нехорошо. И Бог не хочет, чтобы он там был один. Он создал себе нас для того, чтобы вот... И он создал себе равных. Понимаете или нет? В этом смысл, в этом тайна. Создал себе равных, равных, но не по не по масштабам равных, а равных по вот этому достижению, понимаете? Если ты хоть что-то, понимаете, вот этот разбойник, который на кресте с Иисусом, да, рядом был, и он сказал: «Господи, помяни меня в царстве». Вот для него в тот момент был вот этот вот единственный переход, который он должен сделать. Вот это вот достижение в его сознании, вот это вот именно в духовное, вот это вот откровение единственное, которое он успел получить. Единственное откровение, но оно уже сделало его, Бог его зауважал. Мы видим, как Иисус ему ответил: «Истинно тебе говорю, со мной будешь в раю». Понимаете, со мной будешь в раю. Не просто ты в рай попадешь, ты еще со мной там будешь. Ты первым будешь там. Просто за то, что человек, вот одно это откровение, он так это просто принял, осознал и перешел на этот уровень плоти в уровень духа. И вот когда я обо всем этом думаю, я понимаю, о чем говорит апостол Павел. Он говорит: живите по духу, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Поступать по духу — это означает идти. Это означает переходить на другой уровень. Это означает интересоваться. Это означает копаться. Понимаете? Это означает размышлять. Это означает просто вот... Понимаете, что означает, нет? Вот это вот. Это то, что происходит. Вот мне очень нравится здесь пример с учеными. То, что с ними происходит, когда они вот что-то изобретают, они 100 раз попробуют. 100 раз перепробуют, так, ну должно же, они спят, они не могут, потом бах, заработало, понимаете, перешел, все, великий человек становится. И мы знаем все эти имена, они реально великие люди стали. Я верю, что эти люди будут там. Но это я верю, это мое откровение просто, вы поэтому меня за это не судите. Потому что они приобщились к Творцу, потому что они вот именно по этому принципу поступили. И Христос хочет, чтобы мы вот именно тоже такими стали. И Он как первенец, понимаете, как начало, как тот, понимаете, вот это вот смысл пойти Христу на крест, это означало даже для Бога очень сложная задача. Очень сложная задача. И самому отцу было, он не хотел заставлять сына. Он понимал, насколько он страдает. Сын тоже говорил: отец, если возможно, пусть меня эта чаша минует. Но не так, как я хочу, но как ты хочешь. И вот он, понимаете, вот это что-то невозможное для Бога. Войти в плоть и как бы принять смерть. Понимаете или нет? Невозможное для Бога умереть. Пройти через смерть. Потому что Бог не умирает. Бог бессмертный, он не может. Это он жизнь, понимаете? И вот жизни нужно было пройти через смерть для того, чтобы достигнуть вот этого высшей ступени, для того, чтобы вот нас с вами привести, для того, чтобы вот его любовь и его совершенство тоже достигло всей этой полноты. Поэтому наша задача вот каким-то образом стать подобными ему и начать двигаться. С того места, на котором ты находишься. С той ситуации, в которой ты находишься. И может быть, это будет казаться чем-то рутинным, может быть, чем-то таким обыденным, но просто призываю вас к этому, что вы поборетесь за свою субботу, вы поборетесь за свою мечту, вы поборетесь за то, чтобы в вашем сознании было что-то особенное, святое, отделенное, что-то, что отличает тебя от тебя старого, что-то новое, что-то вот настоящее. И нельзя в этом останавливаться. Потому что если ты в этом остановишься, и однажды ты перейдешь, то тебе опять нужно будет перейти попозже чуть-чуть. А понимаете, остановился, все. И оно так. Поэтому вот этот человек, который с Иисусом рядом был распят, он попал. Не было возможности остановиться. Получил откровение и сразу
Я сразу знаю, у нас не так. Но это и наша привилегия. Понимаете? И вот это вот дар, то, что мы можем что-то не знать, это великий дар. Это великая привилегия не знать. Потому что тогда можешь достигать. Какой смысл достигать, если уже все знаешь? Если уже все умеешь? Представляете, какой смысл, как интересно кататься на этом скейте, если я вот, ну, все эти вот препятствия и так, и так, и так, и так, и мне даже не интересно, мне просто скучно. Понимаете? Скучно, но достигать оно интересно. И Бог нам дает как бы вот это направление в духовном, в своей жизни, чтобы мы, Он в нас сеет это духовное чуть-чуть зерно через свое слово, но мы должны это приумножать, и все. И только как с этим рабом, которому был дан один талант. Проблема одна, что зарыл, не стал двигать дальше. Просто решил ждать и просто вот все это. И была проблема, был не принят. Поэтому Бог хочет там быть с теми, кого есть за что уважать. Кого есть над чем восхищаться. И ему каждое наше свершение, преодоление или еще что-то, оно ему приятно. Оно ему приятно. И ему нужны такие люди, ему нравится. Ему хочется там быть с теми, кто может его оценить. Понимаете? Потому что, ну, если люди настолько ниже меня уровнем там в чем-то, какая мне разница, как они меня оценят? Но если это, да, кто-то, кто уважаемый, и если он вдруг скажет что-то про меня, увидит что-то, как мы реагируем, как нам это нравится. Нам это нравится, мы такие, потому что мы созданы по подобию Божьему. Нам нравится делать как бы хорошие вещи. И нам нравится вот, ну, как бы добро, и нужно вот в этом как бы двигаться. Все для нас есть. Поэтому есть еще такое, давайте, ну, есть такое слово в Библии, что давайте оставим запинающий нас грех, да, и будем как бы двигаться. Запинающий, что такое запинающий? Не дающий разогнаться. Что ты запинаешься, да, спотыкаешься? Ты вроде пытаешься, и тебя опять запнулся. Грех — это то, что останавливает нас. Понимаете, это то, что останавливает нас для того, чтобы вот двигаться. Двигаться в духе, но поэтому надо двигаться. Запинаешься — двигайся все равно. Двигайся, беги. Все равно вставай, беги. Как Павел говорит, я бегу. Бегу, как тот, у кого есть цель. И вот это называется жить по духу. Переходить на этот другой уровень. Сколько времени у нас? 10. Мне на самом деле вас не жалко. Мне жалко людей, которые будут вот в интернете смотреть. И тоже так чуть-чуть просто мысль, что с кем ты хочешь проводить выходные? С кем? Самые выходные, вот с друзьями, правильно? С друзьями. Самые лучшие такие выходные, они как бы вот в кругу друзей, в кругу близких. И Бог хочет вот это весь седьмой день. И понимаете, вот все, Он в седьмом дне. Он все создал, и Он просто все остальное время собрался всем этим просто восхищаться. Понимаете, вот просто всем этим восхищаться. И тебя хочет туда привести. Чтобы ты просто вот с ним сел, и вот вы сидите и говорите, смотри, какой я здесь крутой. Да, нормально. Понимаете, и все. Но это чистое. Это такое настоящее. Это без подколки, понимаете. Это без вот возникновения. Так нельзя говорить. Ты гордый. Бог хочет восхищаться. Ему нравится восхищаться. Он собой восхищается просто. И хочет нас в это состояние привести, чтобы мы восхищались им, он восхищается нами, нам есть что ему принести, и мы тоже не просто так как бы прожили, и все, и есть уважение. И ладно, много наговорил, поэтому мы будем молиться или нет? Уже время мало. Поэтому молиться не будем. Мы уже молились. Поэтому я понимаю, что вместить трудно. Но я вас не обманул, вы поняли смысл жизни? В чем смысл жизни? Просто ответьте мне.
А это все сказали, это даже философы к этому пришли. Даже мирские философы к этому пришли, что оно именно вот как бы в достижении, в созидании, в творении, понимаете, не в разрушении, ни себя, ни других, не в зле, оно в добре, оно как бы вот в создании чего-то нового. И Бог Он такой, и Он нас такими создал по своему образу и подобию. И поэтому, если у нас это что-то не получается, это очень хорошо. Понимаете, это реально очень хорошо, когда у нас что-то не получается. Это просто мы не ангелы, и им там не интересно. Поэтому мы должны вот. И не важно здесь, у этого это не получается, у этого это не получается. Да, да, есть каждый, на которого он может смотреть, у кого-то что-то получается, и вот эти вот штуки. Но самое главное, это вот не останавливаться и идти и продолжать. Аминь. Аминь. Все, спасибо. Thank you.